В нашем городе идет техническая отладка системы водопонижения, состоящей из 5 водоотводных колодцев. Наша съемочная группа выехала в один из проблемных районов города, чтобы выяснить на месте, как выглядит ситуация с грунтовыми водами. Напомним, в течение последних 2 лет в нашем городе велось создание системы водопонижения. На сегодняшний день строительство 5 водоотводных колодцев системы завершено. Полностью оборудование, все смонтировано, что внутри, снаружи все, кабеля проброшены, осталось только запитать на постоянную схему электроснабжения. По словам руководителя УКСа, в данный момент каждый из колодцев работает автономно. После подключения к постоянному электроснабжению они будут составлять единую систему, функционирующую полностью в автоматическом режиме. Поднялся уровень воды, поплавок поднялся, он откачал, отпустился, насос перестал качать. 2 насоса стоит, работают в определенном алгоритме, один, второй, чтобы не застаивался. Все то же самое, в шкафу установлено оборудование, автоматика полностью и GSM-модули, который в случае аварии передает данные на пульт. Как сообщил Антон Антонов, каждый из колодцев в среднем перекачивает около 6-8 кубометров воды в час и сбрасывает ее в ливневую канализацию. Показатели уровня воды постоянно фиксируются совместно со специалистами Новосибирск-геомониторинга. По средним показателям уровень снижается на 5 сантиметров в неделю. Есть у нас заключение той же самой организации Новосибирск-геомониторинг, которая занимается мониторингом грунтовых вод. Отчет есть. Там прописано, что более интенсивней идет снижение грунтовых вод. Но пока рано говорить еще о эффективности дренажной системы. Посмотрим, понаблюдаем, либо, может быть, погодные условия влияют, что идет снижение. Будем смотреть. Также директор УКСа сообщил, что контракт с компанией «Виагем», соорудившей колодцы, заключен на 66 миллионов, но оплачено пока только около 30,5 миллионов рублей. Остальные средства будут перечислены после полного запуска системы. Жители районов, в которых 5 колодцев должны обеспечить водопонижение, тоже считают, что выводы об эффективности делать рано. Это лето относительно прошлого не такое дождливое. В прошлое лето дожди лили сильно, то есть вода была. Сейчас лето по суше относительно прошлого года, то есть вода ушла. В том году у нас, например, в это время года у нас в подполе примерно стояло 70 сантиметров воды, то есть была. В этом году воды нет. Кто знает, или грунтовые воды ушли сами по себе, да, или то ли колодцы помогают. Вот как бы я не понимаю, вот у меня просто знакомый здесь вот живет прямо около колодца, и он говорит, ну на 10 сантиметров, может, ушла, говорит, как стояла, так и стояла. Как бы лучше, но я не могу сказать, может, это природные условия. В том году тоже в это же время вода уходила. Предполагается, что система водопонижения будет полностью отлажена и запущена в августе текущего года. Находиться она будет, скорее всего, в ведении Центра муниципальных услуг. Одним словом, время и вода покажут всю полезность данного проекта.